Я понял, я просто смотрю, какой этот. Здесь обычная 220 вроде. Значит, 380 он дрыж. Там На вилке штры. на вилке 103, там может заземление одно, а другой фаза 0. А, ну, хрен я знаю. Я эту сварку знаю, вот такая розетка, значит. Трехфазная. Расплавилась и дотронулась до корпуса. Что? Да, расплавилась и дотронулась до провода. Он здесь оторвался кусок. Хрен знает, что он. Можешь же из-за жира, да, да нет, там, но скорее всего из-за того, что ну, со временем металл то нагревается, то остывает, и оно вот это может быть такое, что оно выгорело. Ну да, того, что... и духовка работала, и нагрузка, там, да. Нагрузка же неплохая тут, такая серьезная, она то грелась, то остывала, но металл же то расширяется, то сужается, но контакт слабый со временем, она... Где там она застряла? Не, ну ты не застрялась. А ну, подними. Сейчас. Да не, нормально. Чтобы потом надо соединить правильно. У нас тут все так выгорело, что не хочется подбирать. Да, я вижу.
Понял, без питань.
Понял, хорошо. Не, я понял. То ж предварительно мы так скинули. Я сегодня тоже, я попаду в кабинет, там... Да, зроблю. Да, конечно. Так, а деду Хука, вот это? А вроде да. На брать же не узнать точно. Вроде да. Угу. Там что свет и деду Хука. Так, ну что такое? Надо твою фотку прав, только фотку. Перша, ну, с одной сторонечки думаю, бо там, где потом йогурт, то йогурт тоже не видно. Угу. Тебе паспорт не надо, а права просто. Здрасте. Першу або другу, точніше, блядь, першу і другу фотографію твоїх прав скинь. Іменно фотку, не сканкопію. Або дію. Похуй, або дію, або першу дію. Здрасте. Першу ну, і другу страничку прав мені скинь, або дію. Іменно фотку не сканкопію. Да. Ну, або дію скриншот пофіг. Окей.
Там уже доступно машину вот по одной дети просто в один день летала. Каже хуйовий сканков їде требухов. Ой, блин, не тобі, не тобі. Все, отлично, тебе чорт. Спасибо, давай. Что, с шурани застал обстрел? Да, застал. Дома, ну как, дома застал. Так нормально, но цей ничего не повреждено. Ну, мы там где-то около километра. Так трухануло. Мне крышу только правит. Я как раз выезжал уже, чем я вас с той стороны. Крышу помяло в машине. Такие мелкие там пилюки. Да. Попробую одеть.
некачественно. Это вроде ботанические некачественные, но надо нам фотки. Просто фотки на хуйня, можно их змонтировать. Ну так уже. Ну так я же им фотографии скидал с компьютера. Ну, фотографии скидал принтера того, так что все херово. Буду переотправлять. Вот дым это у меня не закрыто за мантомобилем. Чувачок, я не знаю, у мене нема ніяких заходів. То, мабуть.